Вот я вам покажу, сколько стоит вино в обычном грузинском супермаркете города Поти. Ну, давайте посмотрим. Так, что это у нас? Вот, знаменитое Кинзмараули, которую любят девочки, потому что оно полусладкое. Так, и сколько же оно стоит? Либо вот этот ценник, 27 лар. Чтобы вы понимали, 1 рубль это 30 лар. То есть здесь ценник это почти 600, в общем, 750 рублей. Наверное, да. Не знаю, какой ценник относится к Кинзме, но вот как-то так. То есть цены на вина, ну, у нас дороже. То есть для Грузии это достаточно, в принципе, дешево, но из-за того, что рубль просто ослабляет свои позиции, из-за этого нам кажется, что это дорого. Вот. Вот опять же грузинские коньячки, мой любимый Асканелли. Ну что я могу сказать, в принципе местные жители здесь особо и не покупают вино, потому что все употребляют разливное самодельное. И вот еще какой нюанс. Видите, что здесь представлено только грузинское вино? Только. Здесь нет Франции, Италии. Здесь абсолютная монополия на грузинский продукт. Буба. Пейте вино. Пейте вино и будете здоровы.